Всем привет! Сегодня я покажу, какие точки находятся еще очень эффективные на ногах. И также буду использовать свои палочки, которые сделаны из плакучей ивы. Как я уже сказала, можно брать палочки любые. Но плакучая ива имеет большую колоссальную силу от природы. И эти палочки, конечно, должны быть персональные. И они зарядятся вашей энергией и подарят вам свою энергию. Вот опять мои ножки. Я хочу показать сегодня вот здесь точки находятся. Здесь скорее всего не точка. Надо нащупать такой хрящик. Вот он находится, вот здесь косточка. И вот такой треугольничек. И вот здесь возле этой косточки надо просто у себя нащупать, что она так перескакивает. Вот когда ее затрагиваешь, такой ток проходит по всей стопе. Ну вот, поэтому надо найти и вот нажимать на вот этот хрящик. Вот у меня сейчас идет ток, и он так даже, может, слышно перескакивает. И такой звук. Вот прям... Вначале у меня вот здесь шел такой ток прям по этим. Сейчас он у меня отходит вот сюда. Понажимать на эти точки, эта точка очень полезна для мужских и женских органов при любых проблемах в этой области. И активируя эту точку, мы помогаем нашим органам избавиться от каких-то проблем. Вот понажимать, конечно, хорошо, опять же, с этой палочкой. А то мне уже пальцы болят. Нажимаешь, ну, пальцами больше ощущения. В смысле, ты чувствуешь, вот у меня даже уже синяки. Но сейчас поменьше. Сначала, когда я нажимала вот на эти все точки, у меня ноги были... в синяках. Вот. И сейчас они более-менее, но все равно, если нажимаешь, могут быть синяки, но они проходят очень быстро. Вот. Понажимаем на эти точечки. Вот прям ток колоссальный, прям по стопам. И потом вот этими кулачками, вот этими... косточками хорошо надавливаем, делаем такой массаж. Не показать медленнее. Да, вот именно вот на вот эти точечки, где вот этот хрящик находится. И проходить прям вот в это углубление, в эту ямочку стоп. А потом захватить вот эту часть стопы. Вот здесь у нас ближе к пятке находится кишечник. В кишечнике происходит самое главное расщепление всех наших витаминов, питательных веществ, всех минералов, все, что мы съели вкусное, полезное, желательно полезное, тогда происходит расщепление в кишечнике. Но оно не часто, если там проблемы. И поэтому очень важно активировать вот эту часть, где стопа, возле пяточки ближе. Активируя эту область, мы запускаем кишечник и образуется энергия, опять же энергия, что нам нужно. Короче, стоит часто, каждый день, несколько раз в день, может быть, активировать эту часть. Здесь дальше находится желудок, да, ну вот эта часть вот отвечает вот за все органы, которые находятся в этой области кишечника, желудка и всех других органов, которые находятся здесь. Опять же, очень хорошо, поскольку у меня от того, что я часто делаю всякие вот упражнения, аж вот... здесь такие, как мозоли получаются, поэтому, чтобы поберечь руки, для меня было очень таким помощью палочка. Вот палочкой активируем и
трем вот эту часть. Можно две палочки взять. У меня сейчас здесь нету, но вот это короткой нету. В другой комнате. Ну вот так же само можно делать такие действия. Тоже помогает, и пальцы не болят. Вот. Вообще эта палочка хорошо. Вот как я показывала, да, вот делать вот такие действия для активизации вот этих точек очень хорошо. Вот опять же этой, как мы руки делаем, также вот ножки. Если у вас есть косточка большая, в смысле вот проблема, то нельзя по этой косточке делать, стараться вот эту часть до косточки. Потому что большая часть, в смысле, проблема здесь находится, а не в самой косточке. Поэтому здесь надо аккуратненько и до косточки массаж делать. А так стараться вообще уделить внимание стопе и пальчикам. Еще я покажу, поскольку я рассказывала про вот эту точечку для активизации энергии мужских и женских органов. Вот здесь косточка. Берем три пальчика, и вот здесь находится эта точка, которая помогает при женских проблемах. Здесь и также здесь определить эту точку, да? И также саму надавливаем. Могут быть, если часто это делать, может быть, синяки, но они уйдут со временем. Как я уже говорила, у меня это все было, и оно легко уходит со временем. Это не так важно, как важна эта точка. Нажимаем ее время от времени. И также вот эту часть, которая здесь находится, еще вот здесь важно тоже, но пока это покажу, делать вот такие действия. В смысле, вот этими желательно хорошо надавливаем. Мы прокручиваем, массаж такой делаем вот на вот эту часть. Все это очень удобно делать, когда смотрим фильм, не торопимся. Я еще хочу сказать, что вот эта часть, да, она всегда должна быть в тепле. Ну, желательно, когда на улице, но часто замечаешь, особенно сейчас. Сейчас такая мода, вот у меня даже тоже леггинсы вот до сюда, вот, коротенькие. Еще носочки есть такие коротенькие, вот эта часть всегда голая. Я часто смотрю, здесь, особенно у нас в Германии, девочки ходят в штанишках, кроссовки или какие-то ботиночки. А здесь оголая выглядывает. Но это очень-очень плохо. Должно быть в тепле. В следующих видео я еще покажу какие-то свои любимые упражнения, точечки и действия. И буду рада, если кому-то они пригодятся. И желаю вам здоровья, любви и до новых встреч!